Расстрел кафе в Буркина-Фасо. 17 человек погибли, еще 8 получили ранения. В результате атаки на турецкое кафе «Изиз Истанбул» в столице Буркина-Фасо Уагадугу погибли не менее 17 человек, сообщает Роутерс со ссылкой на министра связи Рамадан Джину. Центр города перекрыт. Трое боевиков открыли огонь по отдыхающим, передает BBC со ссылкой на очевидцев. По данным ЭФТ, 11 человек было эвакуировано. Среди погибших – люди разных национальностей. Агентство уточняет, что по дороге в больницу скончался гражданин Турции. Также, по информации ЭБК, среди погибших есть как минимум один француз. Позже силы безопасности Буркина-Фасо ликвидировали троих напавших на кафе, сообщает Роутерс со ссылкой на министра связи страны Рамадан Джину. По его словам, в кафе все еще остаются люди. Ранее министр связи заявил, что нападение могло быть терактом. Власти начали расследование инцидента. Напомним, ранее сообщалось, что при взрыве в Пакистане погибли 15 человек. По материалам сайта news.com.